вчера роботи на управлянию и асфальтованию драги у Ямени обишел заменник председателя общины Зоран Семенович со сотрудниками. Асфальтование этой драги и донация будовательной фирмы ЗОС Лакташов Республики Сербской, которая ангажована на асфальтованию магистральной драги от Кузьмину по Батровці и граничный преход, а на подручу Ямени ма асфальтную базу, котру будзе хасновать и за вибудов автодраги Кузьмин-Сримска Рача. Тот проект почина у апрелу. Рушкогорська вулиця інших дужини 800 метрів і остатня неасфальтована вулиця у Ямені.